Всем привет! В этот раз мы вам расскажем про акробатический мат Time Trial. Прямо сейчас за моей спиной, вот там, где происходит весь этот хаос, собственно, этот мат и находится. Значит, какие особенности? Этот мат можно забрендировать. Вы можете разместить на нем логотип вашей спортивной школы, либо вашего фитнес-центра, либо вашего предприятия, либо имя хоть свое можете там нанести. Это все будет ярко отображаться на этом мате. Значит, используется этот мат в спортивных школах, либо в каких-то школах единоборств. Он гораздо безопаснее, он служит гораздо дольше. Вы не будете менять раз в сезон мат. Эта дорожка, этот мат, это покрытие вам прослужит около 10 лет. При этом, даже если сильно постараться его повредить, его всегда можно отремонтировать. Для того, чтобы этот мат никуда не уезжал, не скользил, по периметру устанавливаются усиленные кольца, которыми дорожка цепляется. И в итоге у вас получается надувное покрытие. Жесткость этого покрытия регулируется в зависимости от того, какое давление накачать в этом мате. Соответственно, меняется и жесткость. При этом мат абсолютно безопасен. Он по классу безопасности гораздо выше, чем обычные привычные там какие-то покрытия из поролона, ну или там какие-то другие вещи. На мат ставится несколько клапанов. Делается это для того, чтобы вы могли побыстрее, естественно, накачать само изделие, либо вы могли бы его быстро скачать, потому что изделие большое, воздуха много, естественно, через один клапан все достаточно долго будет выходить. Также по периметру ставятся ручки для переноски, чтобы вы могли, собравшись там вчетвером, впятером, этот мат перетащить из одного места в другое, там, решили сделать перестановку в зале, переехали с гимнастикой или с борьбой в другое место. Доставка осуществляется во все регионы Российской Федерации, в СНГ, да и, в общем-то, по всему миру. На сегодняшний день такие акробатические маты мы доставили уже в Чехию, в Австрию, в Финляндию и в Эстонию. Ну, естественно, это помимо Российской Федерации, от Камчатки до Калининграда.